Хеллоу, здрасте, девочки, мальчики, друзья, подписчики, с вами Крэш Паша, Паханчик Пашунчик, мы играем в бабульку, пердульку, вонюльку, бабушку Гренни и так далее. Сегодня будем следить за бабушкой Гренни через этот планшет. Сейчас нет сигнала, как вы знаете, но я думаю, все уже выучили, где он ловит. Он ловит в трех местах в доме. В первой серии я вам показал первое место, и там было целых три камеры. А в втором ролике я показал два новых места, где ловит сигнал, и там было целых 4 камеры. Короче, сегодня в ролике я решил объединить все эти камеры и показать вам вообще все места слежения за бабушкой. И, в принципе, все, как бы. Будем следить через все 7 камер. Она сейчас идет наверх, получается. Ну, я предлагаю, короче, пойти в первую точку, в самую первую, и там посмотреть. Вначале посмотрим в первой точке, бабушка где будет, потом посмотрим в следующих точках. Да, если вам ролик понравится, конечно же, лайк ставьте, потому что эти камеры делать очень тяжело, чтобы вы их могли смотреть, чтобы я мог включать их. Это нереально много делать надо. Так, заходим, сигнал у нас появился. Садимся за Мишкой, достаем наш планшет. Блин, сейчас бабка на коробке придет, кстати. Можем сейчас проверить. Давайте открываем. Ну, вроде бы бабушка не пошла на звук коробок, она, наверное, не услышала, потому что она бы через этот коридор пошла, или мы ее бы просто увидели. Ну что ж, у нас ванна пустая. Представляете, если добавят мод, где бабка смогут мыться и ходить в туалет, а мы такие камеры поставили, говорим, бабушка, у тебя 1 000 000 просмотров. Так, возле главной двери бабки тоже нету. Смотрите, дверь на крышу до сих пор открыта, то есть бабушка еще не вернулась с крыши, получается, что она там делает, вообще непонятно. Короче, давайте полистаем камеры. Так, так. В общем, бабушки нигде нету. Погнали смотреть на следующую точку. Вот там что-то появится. Так, следующее место, кто у нас помнит, оно находится внизу. Там, где гараж. Может быть, там... Блин, что бабка ржет? Она, походу, спалила, что мы следим за ней и начинает такая... Сейчас я тебе как покажу, как покажу. Следующее место у нас находится в этом месте. Давайте зайдем сюда, бабка сюда сейчас пойдет на звуки вот этих лавочек. Давайте достаем планшет. И смотрите, нам открылись 3 новых камеры, которые находятся на этой второй точке. Это подвал, это гильотина, а также это гараж с машиной. Давайте их все изучим. Так, ну вот в принципе на гараже остановились, и здесь ничего не происходит. Здесь вообще ничего не происходит. Но... В конце ролика для вас есть сюрприз один, связанный с гаражом и камерами, поэтому если вы досмотрите до туда, то увидите его. В подвале все чисто, бабушки здесь нету, отлично. Ну и наш дворик тоже, как видите, здесь никто не ходит, бабка походу на крыше где-то обосралась и заснула, я не знаю, где она еще может быть. Ну и все, нам пора валить на нашу последнюю третью точку. Посмотрим, что у нас там будет происходить. Ну, третья точка, она, сами помните, она следит только за паучком. Но мало ли, как бы, может бабка туда опять попадет. Один раз мы следили когда за бабушкой, а она реально пришла один раз к пауку. Но паука не было, правда. Паука не было. Вот я его тогда заводил, я не помню уже, что там произошло. Сейчас посмотрим. Так. Пустенько, 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 бабушки нету. Быстро двигаемся наверх, потому что если она придет, она нам таких отвалит люлечек. Закрываем. Кстати, мы видели, что она один раз пошла сюда. Что она здесь смотрела? А, фак, смотрите. Я в прошлый раз, когда открыл эту штуку, смотрите, так сигнал появился. В прошлый раз, когда сломал вот эту штучку, пришла бабка. Давайте, она сейчас придет. Потом достанем планшет, чтобы она не мешала нам, потому что она будет палить за нами. Палить за нами будет. Бабушка. Слышите, топает. Смотрите, она пришла. Интересно, она знает, что я отсюда сейчас буду за пауком следить. У меня есть идея. Смотрите. Сейчас побежит, 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 побежит. Давайте отсюда посмотрим. Короче, она идет, достаем наш планшет, открываем камеру. Ну, здесь, как вы понимаете, можем следить за паучком. Я, конечно, не знаю, может быть попробую, может не попробую, кинуть какую-нибудь штуку рядом с пауком, чтобы она на эту штуку пришла. Так, здесь она идет еще.
Смотрите, сразу сигнал пропал. Бабушка, она идет, она, кажется, палит. Вообще. Короче, девочки-мальчики, я решил сделать для вас еще одну бонусную камеру. Это 8-я камера. И она ловит только в этом месте. Это, короче, крыша дома бабки Гренни. Смотрите, мы палим отсюда бабку Гренни. Офигеть. Капец. Короче, подходим сюда на край. Край вот этой штучки. Просто, чтобы как Бэтмен. Как будто мы Бэтмен. И достаем. И смотрите. Можем следить за тоннелем. То есть мы можем смотреть, если кто-то, например, если другая жертва каким-то образом появится в доме, и другая жертва захочет уехать на машине, то мы сможем запалить на камеру вот это все, чтобы никто не свалил. Или если бабка вдруг в туннель пойдет, я не знаю, как она там окажется, тоже сможем палить за ней. Да, это была бонусная камера, 8-я. Не знаю, может, она вам понравится, как бы, да. Но она, опять же, чисто по фанчику, как бы. Смотрите. Если спрыгнуть, сразу сигнал пропадает у нас. Потому что он ловит только на вот этой точке с крышей. Было прикольно, если бы еще в колодце можно было сидеть. Но опять же, туда можно только с багами залезть на крышу, либо с щитами, как-то так. В общем, девочки-мальчики, если вам ролик понравился, конечно же, с вас лайк, подписочка, колокольчик, кидайте ролик друзьям. На самом деле был Крэш Паша. Всем спасибо и всем пока.